Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моего ФФА-сериала на шестерых. Отборочная игра ФФА-чемпионата в моей группе. Тут я играю за Австрию, и если вы не смотрели первую серию, то рекомендую начать именно с нее. Ссылка на эту серию появляется сейчас в верхнем правом углу. Ну а всем остальным приятного просмотра! Страна. Я думаю, может Занзибар за деньги купить и... с него начать атаку на американца пушками. Как вам такой вариант? Артой. Сколько Занзибар еще будет моим долго? Сколько он стоит? 440. Проблема, конечно, в том, что он тут офигенно мне минус даст. А кто Биг Бен забрал? Слушай, индус, мне нужно вино. При этом я не хочу тебе ничего давать. Как мне тебе еще по-другому это... Индус забрал вино. Счет индус все забирает. Однако... Мы, кстати, можем вот так сделать сейчас. Меня слышно? Так. Вот сейчас слышно. Да, интересно. Это, конечно, Пангея. Ну, умеешь ты торговаться. Не, ну просто мне как бы обмениваться, ну, оно мне нафиг не надо. А вот вино мне нужно.
Ну так чего, ребят, через 5 минут. Вы не против, если сделаем перерыв небольшой? Насколько небольшой? 15-10 минут. Ну, я не против. Я тоже. Вот и замечательно. Так, а кто у нас вообще? Американец в индустриализации, индус в индустриализации, ассирийец в индустриализации. Ну, дофига народу. Тут еще тех успер. Ничего себе. Это неожиданный выбор от Индии. То есть я приму Lighthouse, вполне возможно, что быстрее будут морские клетки добавляться. Быстрее жемчуг добавится. А фарфоровую пагоду индус не построил случаем? Нет. А то мы сейчас все с ним позаключаем эти договора. Не, ну я же все-таки не хочу, чтобы все вы объявили мне войну и разорвали со мной все договоры. Это не в моих интересах. Тем более, я уже не первый по науке даже. Уже американец? Да. Чего опять случилось там? Ну ты первый по науке, что случилось? Чё себе, какой ужас. Наверное, остаюсь на 10%. Ну я, да. Да.
видали, у меня там нашелся Магеллан или кто там. Доказывал, что Земля круглая. Ах, вот оно что-то, блин. Ну, молодец, на самом деле. Халецкий. В смысле? Ну, в смысле, заключил со мной этот договор не воевать на воде. Я думал, у него проплыв есть между Веной и Зальцбургом. А у него только там Линцеградс. То есть у меня бы промки было больше на воде в любом случае. Ну да. Даже сейчас. Блин, ну, что поделать. Не, не хочет. Я хоть скитов и получаю счастье, но американец... У меня уже за сегодня с этими проплывами два казуса было подряд. Неприятно. Так, ну что, все, на следующем ходу делаем этот, как его, перерывчик. Ну, давай. Откатываем или что, или как это все будет выглядеть? Может, он-то останется? Да просто сейв сделай, и потом загрузим сейв. Ну, давайте так. Тем тоже. Более, что еще и хоста сможем поменять. Да, да, это надо. А у нас отложенный выбор института есть? Нет. Нет. Так, может, Лёша там перезайдет? Чё, я хожу. Я не хожу. Ну вот кто не ходит, пускай перезаходит. Но у меня долго заходит. Сейчас перезайду. Спасибо. Так, ну надо, наверное, строить фрегаты и пробовать турку уже захватывать, раз мы... Ой. Раз мы с американцем воевать не будем. Вот будешь, как бы он не построил фрегаты, меня захватывать. Когда у меня тут... Ну, следующим ходом могу принять...
Блин, что предложить? Только не заканчивай ход. Потому что там некоторые приняли коммерцию. Цюрих, что ли, будешь брать? Нет. Я Халецкого спрашиваю. Что буду брать? Цюрих. Не, хотел дань взять. Чем, зачем мне Цюрих? Не, у тебя просто там каравелка тоже была, я подумал, мало ли. Ну, вся армия, которая обычно рядом есть, попробовать взять дань, но он сволочь не дает. Поэтому, видимо, не ты буду. Ты попроси его. Цюрих, пожалуйста, дай дань. А он молчит так даже. Че, все равно не дает? Не, молчит. А, какой Цюрих. Нет, счастья у меня фига. Просто выше на меня будут нападать, поэтому хочу по максимуму защитное взять. Вот еще Химедзи дострою. Может, во рту сжечь уже ученых. Надо брать все вот города турка, может попробовать там Истанбул захватить, если получится, конечно. Честно говоря, я пока не знаю, мне тут чисто в защиту, по-моему, надо играть. Блин, ну вот уже американец больше меня имеет производство. Золотой век. Ну, так у меня тоже. Что-то у тебя постоянно золотой век. Чеченица, да? Ну, а ты что хотел? У меня просто, видите, тут нарост, на самом деле. В основном все стоит. Я бы еще 5-летний план побыстрее принять.
О! Жемчуг. Наконец. Ну ладно, я пока хочу фрегатики поднастроить. А те открытые границы зачем? Ну, хочу рыцарями пройти на тот, на ту часть Пангеи. Ну, а зачем еще мне? Я уже все твои города и так вижу. Можешь пойти у меня тут что-нибудь контролировать, что я армию не строю против тебя? Да не, мне это не нужно. Если хочешь что-нибудь получше предложить, пожалуйста. Ну вот смотри, вот как с тобой о чем-то договариваться, играть? Ты даже вообще элементарные вещи не идешь ни на какие уступки. Потом удивляешься, что я там предлагаю какие-то против тебя в конгрессе, там как-то... Слушай, у нас взаимная любовь. Да, интересно, и что я тебе сделал? Ты голосовал против китов. Чувак, ты у меня отобрал ресурс роскоши. Это ГГшка. Что ГГшка? Союзил я ГГшку просто так? То есть думаю, о, наверное. Нафига мне у нее драгоценности? Ну, не знаю. Открытые границы. Сплавать, может забрать эти руинки. Денег не хватает, нифига. Так, у меня там закончится Линсград, блин, но это нужно. Вена, Стамбул. Вена, Диарбакыр, Кабул. Блин, я вот уже все сделал, надо мне, наверное, потихоньку удалять рабочих. Это видео подготовлено при поддержке 2GIS. Справочник и карта 2GIS будут с вами даже там, где не ловит мобильный или нет Wi-Fi. Благодаря подсказкам вы можете увидеть, работает ли организация в текущий момент, и если нет, как скоро она начнет работать. В справочнике 2GIS также учтены обеденные перерывы и выходные дни. Вы сразу можете увидеть, что обед заканчивается через 15 минут, или что сегодня выходное и учреждение закрыто. В любом случае, заходите на 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачивайте карту вашего города или тот, который вам нужен. 2GIS, если быть точным.
По нам, наверное, стоит отправить. Ну-ка, был далековато этот. Кремль там заканчивается с турком. Защитный пакт на 138-м ходу. Мечети везде куплены. Можно с ассирийцем защитный пакт. Так, включу здесь на покупку инженера. Вообще, честно говоря, мне не хочется с турком воевать, откровенно вам скажу. Просто боюсь, что он со мной хочет воевать. Хотя, с другой стороны, деньги... Ага, у него было 720, так. Все-таки, мне кажется, он апнул фрегаты. Thank you.
Караван у меня сколько к нему бегает. Еще 8 ходов. Может, не будет объявлять войну, пока караван бегает. Вот смотрите, когда я запускал, было 5 науки, то есть на 10 технологий отставал турок. Сейчас всего на 4. Ну, так как каперы, то фрегаты у него точно открыты. Сейчас узнаем, будет он на меня нападать или нет. Блин, Кабул турецкий. Не очень. Что? Сейчас кто-то что-то говорил или мне показалось? Кто-то что-то говорил. Воевать когда? Хороший вопрос, слушай. Прям. А кого ты спрашиваешь? Я не хочу с тобой воевать. Я предлагаю тебе защитный пакт. Странный такой. Когда воевать? Ну, отлично. Все, совсем. Я просто столько готовился к войне с тобой, вот ты взял мне снова, пожалуй. Так а чё мне с тобой воевать-то? Я не пойму. Почему ты думаешь, что я хочу с тобой воевать? Я ж те караваны пускаю. Слышишь? Австриец. Ой, турок. Ну, вы сами понимаете, что мне вообще невыгодно воевать ни в одну сторону, ни в другую. Он нафигачил фрегатов. Вполне, кстати, мог на меня напасть, между прочим. Но, видимо, ему тоже не очень хочется. Ну, будем тут контролировать. Я бы, конечно, лучше к турку просто пускал караваны на деньги. Ничего себе, где Сурабаю влепил индонезиец. Он просто прям просит тебя, убей меня. Убей. Ну ничего, нам пригодятся фрегаты. Здесь, в будущем.
что, у меня уже тут банк построен? Ничего себе. И здесь. Интересно, что я тут взял в руинах. Что-то как-то я даже не обратил внимания. Ну вот, потихоньку уже турок тоже на первые места начинает выходить. Ну, он по урожайке уже давно на первом. Это только благодаря тому, что меня не обижаете. 5, 6, 7, 8 фрегатов. Ну, вполне. Это такой намек, что ли, был, чтобы обидеть? 4, 5, 6, 7, 8 фрегатов, 2 капера. А у меня только... Это просто благодарность. Три. Ну, правда, как он бы напал, у меня, предположим, 5 было бы. Плюс у меня Химеди построено, плюс 20 защитник веры, то есть 15, плюс 20, и взято еще плюс 15, то есть плюс 50%. И здесь еще прокачано, плюс 30%. То есть у меня было бы плюс 80% силы против его кораблей, если бы я на своей территории воевал. Только что проплывать не могу, все равно. Блин, они там все научные договора заключают. Не, по-моему, турок вполне мог на меня напасть. Не знаю, зачем. И дело в том, что ему как бы помешать-то никто не может. Вот я, например, если на турка нападаю, то могут мне прийти и индус там в спину ударить, и еще всякие люди. Кстати, можно и за индусом еще последить. Так, ну и чё, куда дальше идти? Ну, хотя тут деньги тоже неплохо. Давайте откроем. Потом вот так. Нет, электричество. Потом удобрение. Военная наука. Динамит. Блин, или вообще пойти... В биологию сразу. Давайте. И в самолеты. Хрен он тут своим рыцарем бегает. Приходится отводить ученых. Боже, турок, сколько ты фрегатов наклепал? Зачем же ты тогда со мной защитный пакт? Мог бы и напасть, в принципе. Короче, турок построил 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 фрегатов. Ну, это только что я вижу. И 2 капера. И заключил защитный пакт со мной. Че, турк? Да, у него, конечно, много фрегатов.
Ну, у меня тоже с ним защитный пакт. Так он, так тут прикол в том, что он к вам не может этими фрегатами. Этот фрегат и чисто для меня. Ну, видно, он их на потом оставит, напоследок. Хотя... Не знаю, что... Ну, у меня содержание небольшое. Блин, и... вот а если... нападать на тебя, все равно смысла нет. Ну да, вот если бы Кабул чуть пониже был, да, можно было бы поставить город выше Кабула и проплыть к американцам. Нет смысла. Смотрите, ребят, я второй по промке, у меня 213. Как бы 70 разница. Ну да, вообще, в принципе, я тут фрегаты за один ход клепаю. Так что я, наверное, бы все-таки успел отбиться. Плюс у меня плюс 20% защитник веры, плюс 15% химедзи, плюс 15% от порядка. Я их строил, боясь тебя, что ты на меня нападешь. Ребята, вас не смущает, что индус принял футуризм и уже тут фигачит так неплохо туризмом? Вы слышали, что я сказал? На меня на самом деле не так сильно распространяется его. Да, только я смотрел два хода назад, у него было 0 туризма, а сейчас у него 354. То есть он там великих людей уже... Ну как неплохо, 8,2 Америка на тебя, на меня 11%. Ты нам еще повезло, что у нас разные идеологии с ним. У нас, видишь, идет штраф минус 34%. Отдайте себе культурные задышки, я вас спасу. Что ты говоришь? Я говорю, если будет... Индус угрожает, отдайте себе ГГшки мне культурное задание, чтобы я вас спас. Блин, я даже не знаю, у меня со всех сторон на меня кто-то что-то хочет сделать со мной. Я пятилетний план приму, конечно, у меня производство до хрена будет. Короче, надо выходить в самолет и, видимо, первого турка сносить. Хотя бы вот эти два города, чтобы он не мог ко мне приплыть. Приплыть. Главное, чтобы у меня нефть была. А, кстати, надо жемчуг еще обработать. Это в Зальцбурге, видимо, построим. Если что, мы индусы контролируем. Сократ. Фрегат. Фрегат. Вы понимаете, что он спрашивает? Что значит это для 25%? Это индус просит открытые границы, я спрашиваю, для чего он спрашивает. А-а-а.
И вот на этом моменте в записи произошла очень большая проблема, из-за которой я, собственно, задержал выход этой серии, потому что надеялся ее как-то исправить, но, к сожалению, ничего не получилось. Дело в том, что на этом ходу мы загружали сейв, и в той программе, в которой я делаю запись вот видеоигр, я поставил предпросмотр, там есть такая функция просмотра, как идет, видно ли же вообще игру и прочее, и забыл выключить, так как у меня запись на горячих клавишах, ну, когда идет предпросмотр, горячие клавиши перестают работать. В общем, дело в том, что ближайшие 37 ходов у меня просто не записаны. Так как это турнирная партия, я надеялся на то, что другие игроки это видео записывали, потому что по правилам турнира, если вы свою игру не записываете, то оно может не засчитаться. И, к сожалению, оказалось, что единственным человеком, кроме меня, который записывал эту игру, был индонезиец. Как видите, его сейчас уже в партии попросту нету. И показать эти 37 ходов я не могу вам никак. А было там много всего интересного. Самое важное, что на меня напал турок в итоге. У него очень большой флот был, причем он напал проапгрейдженными линкорами. Я, правда, уже к этому более-менее был готов, но все равно это была очень серьезная атака. У меня, например, моя столица была полностью сняты хитпоинты у нее до нуля. Но я смог там в быстроте фастклика не дать ее захватить. Кроме того, мне помогали и американец, и индус, и ассирийц деньгами, в том плане, чтобы я мог купить защитные сооружения. Кроме того, у меня там были построены все чудеса на защиту, то есть Красный форт, Химедзи, я еще взял порядок и в порядке взял идеологию, которая дает плюс процент к защите на своей территории, то есть у меня там плюс 55% у моих юнитов было, то есть защита была серьезная, но вот все дело в том, что я вам это рассказываю, а не показываю, что очень-очень жаль. Эту игру, вы меня можете спросить, что же тогда я вообще эту игру выкладываю, потому что здесь много всего другого интересного происходит и будет дальше происходить, что мне хотелось бы вам показать. И я думал вот из-за этого косяка, стоит ли вообще выкладывать эту партию, но я считаю, что оно того стоит. Но, тем не менее, очень жаль, я прошу прощения, что вот этот момент игры вы не увидите. И он действительно был очень интересный. Как когда турок очень большим флотом пытался вот захватить те мои города. Очень жаль, что не турок. Ну, от других бы, конечно, это было бы не так интересно посмотреть, но хотя бы если бы турок записывал видео, я мог бы это вставить, и вы бы с его стороны увидели. Но этого ничего нету, поэтому мы со 143-го хода сразу перенесемся на 180-й. Еще раз приношу свои извинения, ну, я никак это не смог исправить. Моя ошибка. Я пока прогружается. Я тоже хожу. Да, ходит. Смотри, как его ассирийц опять тут. Отзовись. Ответь, Red Alert. Чё? Смотри, есть еще такой вариант. У тебя Сидон. И сколько влияния в Сидоне? Сейчас посмотрим. Там нисколько, наверное, вообще было. Да нет, там не вариант, 123 очки. А у тебя сколько денег? У него больше в два раза. Да.
Так, ну чего, кто готов со мной договориться, чтобы не скидывать ядерки? Я. Я считаю, это немного бредово, потому что ты первый по науке, ты будешь вырываться вперед и... Ну так я первый в ядерку выйду. Тебя останавливать. Ну окей. Просто я сейчас первый в ядерку выйду. На всех ты не сможешь скинуть ядерку. Я думаю, ты это понимаешь. Да, да. Именно поэтому он и хочет со всеми договориться. Так что все правильно. Не надо с ним договариваться. Видите, я как самый близкий его сосед даже не пытаюсь, потому что его надо останавливать, а не договариваться. Блин, надо пересадить вообще в города американцев шпионов. В Нью-Йорк и в Вашингтон. А, в Вашингтоне у меня уже сидит. Так, ученую надо сжечь. Вообще, слова ученого надо сжечь. Думаю, не очень бы Джордано Бруно понравились. Так, в Вашингтоне, давайте в Нью-Йорк все-таки, что он строит? Бомбардировщики. Кстати, американец у себя в городах бомбардировщики строит. Ну вы же говорите, что нужно там меня что-то останавливать, хотя не понимаю, зачем, все мы вровень идем. Ну, вообще-то ты впереди по науке существенно. Господи, давай сейчас посмотрим. Я не знаю, как по без сжигания ученых, например, тебя догонять. Ну смотри, давай сейчас посмотрим, что там по технологиям. Баллистическая ракета открыта. Электроника тоже кем-то еще другим открыта. То есть я обгоняю всего лишь на две теки, получается, какого, ну, в целом. У меня только ядерная физика и радар получается. Ну, не знаю. Баллистическая ракета не только мной открыта. То есть, так-то на самом деле так себе затея там меня останавливать и так далее. Еще рано об этом говорить. Самое время. Чуть-чуть. Блин, академия не работает нифига. Так, чуть-чуть не хватает производства. О. То есть вы решили не перекупать уже ГГшки, да? Ну да, а то опять придется перезаходить. Ну, я против свободы голосую. Так, на всякий случай.
Всем сообщаем. Ты можешь сказать, как ты будешь голосовать? А, турок. Ну, он напишет сейчас, он же не говорит. Не, ну напиши. А я вам скажу, я проголосую против свободы. Давайте, наверное, из Зальцбурга в Вену на еду запустим. Так-то денег у нас вроде нормально. Могу Веллингтон, конечно, купить. Хотя лучше было бы Панаму. Блин, надо в Панаму запустить торговый караван. Панаму, а потом Веллингтон. Оба купить города. Кстати, у меня счастье нормально. Союзник Америки. Скоро у меня караван какой-нибудь освободится. Четыре, пять, шесть. Так, вот этот свободный. Придется перекинуть его в Линц. Ну или откуда там в Панаму подороже будет. Пока не будем еду пока в Вену. В конце таймера опять будем ходить. Каждый ход. Ну извините, мне надо вспомнить, что тут у меня вообще происходит. На этом пока все. Продолжение через день или два. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.